Ну, на джиг у нас поклевочек не было. Одну колебалку мы оторвали. Поэтому джиг я снимаю. Попробую ловить на воблер. Поставим понтон 21. Гриди Гатс. 66 плавающий. МДР. Длина 66 миллиметров. Посмотрим, как отзовется на него судачок. Ветер, поэтому дальний заброс не получается, леска парусит, воблер сносит в сторону. Подойди, он поснимай, как мама ловит на микадо филин, спиннинг микадо филин 1.10 грамм, катушка дайва калдия 25.08. Саша, стань вот так сбоку, чтобы видеть лучше, как мама снимает. Сбоку снимай. Заброс получился порядка 45-47 метров. Дальше он не хочет лететь, поскольку очень сильный встречный ветер. Забрасывать довольно трудно. На середине реки плавают лебеди. Им тут комфортно, тепло. Водичка теплая. Относительно, конечно. Я думаю, где-то порядка плюс 4. Да, температура воды где-то плюс 4 градуса. Так, на мираж поклевок нет. Думаю, можно сменить приманку на какую-то другую. Может, поставишь какой-то более тяжелый воблерок, конечно.